Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня суббота, 20 августа. Я ставила видео, сегодня повторила с прошлого года насчет школ, вот американских, 50 штатов всего в США. И в каждом штате школа начинается по-разному, в разное время. Так как я из северного штата, мы живем в северной части Америки, и США, и в штате Вермонт, и у нас школа начинается где-то, в общем, 25 августа обычно. В прошлом году, вот я стала тоже 20 числа, и это была пятница, я говорила, что в понедельник начинается школа. И это было 24-25, я говорила, что там все приготовили к школе. Неделю назад, в этом году, вы знаете, весь шопинг, именно шопинг к школе, мы не ходили вообще в магазин. То есть Дженнифер выбрала свой любимый сайт Shein. Она там нашла портфель. Этот портфель она у меня просила еще год назад. Я его не купила. Портфель $18 стоит. Значит, заказала я его наконец-то. Целый год у меня ребенок ждал этот портфель. А в прошлом году она весь год выходила с портфелем, который я еще купила 6 лет назад в Испании. Она была маленькая. И, в общем, я ее, так сказать, учила, обучала деньги, вот деньги. Мы когда поехали, я дала ей, выделила деньги, чтобы она училась. Ей же тут родственники или там кто-то, допустим, кто-то дарил, или там она сам, или там родители, ну, в общем, мы. И у нее были какие-то деньги, чтобы она училась, как вот ими пользоваться. И, значит, когда мы были в Барселоне, она увидела в одном бутике портфель. Он сам вот переливается, он белый такой серебряный, но он переливается цветами радуги, такой иридиада, что-то вот таком вот, я не знаю, на каком это языке слово, ну вот мне захотелось, наверное, на английском. В общем, не важно, он переливается на свету, вот когда свет именно падает, он различными этими вот оттенками. И она за него заплатила 65 евро, а у нее, значит, когда мы ехали, я ей дала 50 евро, чтобы, кажется, 50, чтобы она себе там что-то покупала, что-то купила и вот распределяла, и, в общем, у нее там оставалось 20-ку, она потратила, какие-то серьги купила себе еще вот, а вот эти вот, у нее оставалось 30, и вот она захотела этот вот портфель, я говорю: «Дженнифер, это очень дорогой портфель, 65 евро». Она говорит: «Мама, вот я мечтаю о таком портфеле». Вот это 6 лет назад было, ей было, считайте, 6 лет. Или 5 лет назад где-то. В общем, она говорит: «Все, я так поняла». Я говорю: «Ну ладно, я тебе доплачу». В общем, она с этим портфелем. И потом, вот через год, она поняла, она говорит: «Вот, не хочу портфель, хочу другой». Я говорю: «Ну, дорогая, 65 евро – это огромная сумма. Просто такая, ты не представляешь, какая это огромная сумма». Я говорю: «Дженнифер». И, в общем, в прошлом году она до сих пор еще носила этот портфель. Он ее, ну, она в первый год ходила в школу с ним, а потом она его оставила, а потом мы какие-то другие портфели покупали. А вот в прошлом году она не получила с Шина за $18. В общем, она отходила еще со старым портфелем, который рвался, в принципе, со всех сторон. Это я к тому, что таки она выносила ее, относила, отработали все деньги. А потом она говорит: «О, я там была маленькая, я не понимала, как деньги, вот что это такое. Для меня 65 евро – это вообще ничего это было». Я говорю: «Ничего, теперь знаешь, вот теперь понимаешь». Она такая уже ценит, вот в таком плане, что ценит. То есть с Артуром я такого вообще не делала. И мне такое не делали. Мне кажется, это очень забавно, очень интересно. И я имею в виду, даже если я куда-то ехала, мне и так не давали деньги никакие. Даже если я работала, даже сдавала бутылки, таскала тяжеленные, мне ни копейки, вообще ни копейки не давали, просто не давали. И вот я мечтала вырасти, чтобы мое детство закончилось, найти работу и сама работать, и самой себя обеспечивать. Вот, чтобы это детство наконец-то закончилось. Ну, мои дети, я подумала... С Артуром, в принципе, наверное, такая же история получилась, что я думала, что вот, мне такую сделали, вот, детство, ну и... А ты чем лучше? А уже с младшим я подумала, что мне издеваться, зачем мне собираюсь я издеваться, я его буду учить. Ну, в таком плане, что мне моя мама говорила, что
деньги это зло, вот все это вот, и мещанство это вот, это. Оказалось, это все лицемерие с ее стороны, потому что когда я уже стала зарабатывать, у нее появилась огромная зависть и злость ко всему, что я покупала, допустим, Артура, вот, баловала, и она не признавала, вы знаете, как злой ребенок, вот, взрослый человек, он уже признает, вот, что он хочет. А если вот ребенок еще и злой, он, знаете, вот ему вот жаба давит, и вот именно из-за того, что я там покупала вещи Артуру, но деньги не давала. И вот, в общем, это было все очень сложно. Теперь я наконец-то стала взрослеть. И даже если вот у мужа жаба давит, да, что я покупаю, я говорю, слушай, иди себе сам покупай, все деньги мои заработанные. Все, что хочу с ними, то и делаю. Я говорю, успокойте свои жабы, которые вас давят. Вот, были бы там $5, искала бы портфель за $5. Было 65, я тогда работала. Я тогда работала и сама деньги заработала. И мы с Дженнифер как получилось, что сами. Я тогда сделала подарок всей семье. Я собрала эти деньги. И, в общем, там откладывалась всю зарплату, даже чай себе не покупала, что есть какие-то бутерброды, утром 2 яйца завтрак, и в обед бутерброд свой домашний, то есть даже я нигде не покупала ни обед, ничего, ни кофе, в общем, все только дома на всем экономила, собрала деньги, там, сколько я там, год целый копила, в общем, все деньги откладывала, всю зарплату, и, ну, я тогда и родителям помогала, все посылала, это обязательно, и... В общем, собрала деньги нам полностью на семью, отвезти всем нам полететь в этот вот в Европу. В общем, в Барселону. Я все подготовила, все были мои деньги. Вот тогда я, кстати, потеряла $2000, потому что Даниил, это 5 лет назад, потому что Даниила как раз игра получилась, и я говорю, ну, Даниил, я потеряю $2000. Он говорит, а мне так важно, это игра. А муж сказал, говорит Даниилу, ну, тебе выбирать. Вы, конечно, извините, но если бы это его были деньги за работу, он бы так не сказал. Он бы сказал, ты это вот, Данил, какая там игра, какие эти вот дружбаны, мы летим и все, потому что я $5000 на это вот насобирала. В общем, я тогда потеряла $2000 на билетах Даниила и Стива, на полном серьезе, просто потеряла. Вот, и тут портфель, значит, она ждала целый год, у меня такие терпеливые дети. И в этом году я не водила ее в магазин, она на Шеине, на сайте Шеин. Значит, этот вот, за $31 я ей полностью сделала, так сказать, к школе подготовила. Она там нашла по доллару, по 2 какие-то ручки, какие-то еще, вот этот портфель, а потом еще что-то. А сегодня она прибегает, говорит, мама, мама, папа мне это вот к школе сделал это, шопинг. Я говорю, а где, вы ездили в магазин? Она говорит, нет, на сайте Шейна. Я говорю, что же ты купила? Она говорит, юбку купила. Я говорю, еще что? Она, украшение. Джуверлы, это те, которые я, значит, отказалась, потому что она набралась в этот вот, в шоппинг-карт, она набрала, ей дала $25, ну, чтобы, я имею в виду, лимит. Я говорю, вот, а портфель за 18, и еще за $7 себе еще какие-то мелочи к школе. Она набрала там где-то, допустим, на 40, говорит, мама, на 40, это у нее такое, такие методы. Я говорю, нет, Джен, у меня на счету нет денег. В общем, до 31 сбили. Вот, и там украшение повынимала. Так она сегодня, это смехота, потому что она говорит, папа мне купил все к школе. Я говорю, ну что там, покажи, украшение. Браслеты, ожерелья, сережки. Она говорит, ну те, которые ты мне не купила. Я говорю, а канцтовары купила? Говорит, нет, украшения, колготки какие-то там мажорные. Там еще вот такой вот у нас сейчас шопинг. К школе. Что вы хотите? Даниилу 13, вот, а Дженнифер 12, 11,5. Дженнифер уже, я говорю, Дженна, ну это получается не канцтовары. А я говорю, ты что, на бал собираешься? На английском это бол. Бол, значит, на бал. Я говорю, Жен, у тебя же не парти, у тебя же не бал, не бол, а у тебя же школа. Она такая... Понятно, возраст, все ясно, все, у нас украшения, мы в школу, ребята, теперь будем, нам важны украшения. Вот так, к школе Дженнифер готова, все, теперь ожидаем Шейна, дай бог, чтобы, потому что школа у нас через неделю, а в шопинг сегодня, в этом году Даниилу я не водила, я сказала, что это теперь на Стиве. В прошлом году, помните, я ставила видео, что
Я сегодня повторила, что я $200 там штаны ему купила, там брюки. Это вот в этом году Стив повез. Знаете, сколько он стоил? Значит, во-первых, он сказал Данилу доплачивать половину. Данил где-то $30 заплатил. И Стив 30. Вообще, у меня муж это хохма. Купил ему две футболки и две пары шорт. Я говорю, а джинсы? А, нет, еще, кажется, не, пару шорт, пару спортивок. И, кажется, две футболки. Это все в школе готов. Если бы я надеялась на мужа, это вот у меня дети бы ходили, знаете, 3 года в одних и тех же кроссовках. Наверное, бы пальцы торчали, как у волка из этого, из мультика, ну погоди. Вот так вот. В этом году я решила провести эксперимент. Я говорю, дети, вас папа будет одевать, вот. Но смотрю, не помогает. В общем, придется, наверное, мне посмотрим. Сейчас еще тепло, ладно, шорты про это вот пройдут. Потому что Даниилу же джинсы нужны. Портфель будет старый, в прошлом году я ему покупала. А джинс нет, он повырастал. Мне интересно, как у вас там вы собрали. В общем, детей в школе нет, да или нет, но это хохма. Это хохма и весело, весело, ну реально весело, потому что с каждым возрастом они вот настолько меняются, и теперь 13 и 12, да. Вот Дженнифер к школе готова. Все украшения купила, все украшения, браслеты, серьги, ожерелье, все, все купила.